Адлерская весна – турнир традиционный и ежегодно проходит в мае. Возможность заработать рейтинговые очки завтра получат ученики Адлерской теннисной академии от 9 и до 19 лет. В каждой возрастной группе по 32 спортсмена. Помимо выполнения разрядов, этот турнир для теннисистов – подготовка к российскому теннисному туру, который пройдет здесь же в середине лета. Достаточно хорошо подготовлены. Вот, как бы открываем сезон, только вот потренировались месяц на открытом кортах, на грунте. И вот сейчас первые соревнования, где они будут потихоньку входить, набирать игровой опыт на грунте. Есть детки, особенно маленькие, в возрасте 9-10 лет, которые будут принимать участие в первые в своей жизни соревнования. Задача теннисистов – заработать как можно больше очков. Но вне зависимости от результатов все получат грамоты, а вот победители и призеры еще и ценные подарки.